Михаил Горшенев. Группа «Король и Шут». Скажи о своем отношении к пятнице 13-му. Для меня что пятница 14, что пятница 15, что пятница 18, что пятница 19, 20, одна хуйня. Это все время одно и то же. Это все придумано ими. А кому ими? Нами, конечно, придумано. Не верьте в эти все суеверия. Суеверия — это все хуйня, полная хуйня. Правильно, да? Отлично. Мне свои цветы, вот свои другая, погруженная в мечты. Я пытался. Детство кончится когда-то. Чё? Русские, за знаешь за что? Они же встают как гопники и начинают фотографироваться с тобой. Это русские, вот в этом плане. Ты не парься, я русский. Чистый русский. Ну как понятно, русский хохол, понятно? Других кровей-то не бывает. Русские. Они с Харькова. Да-да, они с Харькова. И поэтому русские. С Харькова русские. Нет, с Киева русские. Вся Украина русские, ё-моё. Хватит мне ерунду говорить. На русском языке, но он не сальтый. Я тебе объясняю то, что эти люди русские, понимаешь? Русский должен уделать Запад. Вот и все. Хорошая игра вышла, «Ведьмак 2». Очень интересная, кстати. Хотя я атеист, анархист и не верю в Бога. Это и понятное дело, на самом деле. Ну, блин, мне альбом нужно записать все равно. Много дел, понимаешь? То есть скоро ждать новый альбом, да? Да, альбом. Это важно. Чтобы убивать просто людей, чтобы просто мочить, как мясо их, чтобы, ну... Но скажите, правда вкусная она! И чтобы люди, на самом деле... Ну, просто не были тупыми гопниками, в общем дело. Но не могут жить люди много, и не могут, и их нужно кормить. А анархия – это людей отправить и в другие мира. И построить корабли большие, и канализация. Колонизация других планет. Да. Вот что я имею в виду. Вы братья? Да, близнецы. Вот, будет приятно встретиться, да, еще раз. Приезжай к нам в Белгород, мы всегда ждем тебя, и много поклонников. Да. Чтобы как правильно удар сделать и на топором. Хорошо, да. Удар должен быть вверх, вот так вот, да? Вот так вот. Зависит. Я могу взять, честно, на самом деле, слышишь, быть, тебе голову отрубить, это бись, на самом деле, ты понимаешь, да? Как всегда, угар, и меньшего желать я и не желаю, и большего, можно и большего пожелать, но главное — здоровье, ребята, здоровье, сохраните свое здоровье. Мне слишком тесно в заперти, и я мечтаю об одном,
проклятый старый дом. Давай буквально на секунду. Водички. Паш, водички. Водички. Хорошо. Откуда я? Внутри еще немножко. Спасибо. Все, скажи теперь, как ты думаешь, с каким ощущением должны уйти люди сегодня домой? Я смотрю, самый умный здесь стоишь, да? Нет, я не самый умный. А что ты за такую хуйню спрашиваешь, а? Я спрашиваю хуйню, я спрашиваю реальные вещи. Какой вам гонорар заплатили? Просто это очень интересно. За какой гонорар выступаете? Бля, а можете ключи еще от квартиры дать, а? Было бы прикольно. Бля, смотри, какой гонорар вам заплатили? Какой гонорар заплатили, ёпта. Ну тогда ты желтый музыкант, так он случился. Какого хрена желтый музыкант? Пошла нахуй отсюда, желтый музыкант, ёпта. Давай, давай, забирай камеру и нахуй не пошла. Трогаем. Что, блин? Че тебе надо, блин? Че тебе надо? Я себя ничего не надо. Че ты хочешь меня узнать-то, нахуй? Над имиджем как-то думал, каким ты хочешь казаться, каким ты хочешь выглядеть на сцене? Как мне казалось, хотелось быть демоном, ты понимаешь, да? Годами как-то все это произошло... Шута? Какого-то придурка. Как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. У меня много вредных привычек, и мои вредные привычки порой ставят под вопрос мое существование в этой жизни. Ты вообще много это самое. Ты занимаешься это самое, да? За кого не принимаешь? Покажи эту самую. Есть что-нибудь? Какой фитнес-то, ёмо? Чё? Железо тяга, ёмо. А это с тарелки ты... Чем тяжелее, тем лучше, ёки. Она мне помогает не бухать, ты понимаешь? Когда я качаюсь, я тупой, я реально... Но мне помогаешь там, ты понимаешь? Закончили училище? Ну как закончили? Оттуда выгнали, естественно. Я был художником, то есть, и Лейфа нахрен себе послал. Я шел не за баблом. Я фанатик. У меня есть идеи, которые как бы я живу. И хочу постоянно жить, и постоянно, чтобы какие-то идеи рождались. Мы обошли шоу-бизнес. И, в принципе, вошли туда, как выбив там дверь, понимаешь, да? Ой, я просто понимаю, сделал песенку, да? Я не могу спать после этого, когда я что-то сделал. Такое офигенное. Мне не заснуть, мне трясти начинает. С продюсерами мы не общались, потому что это жестко. Они какие-то условия нереальные. Мы просто их посылали сразу же. Они хотят денег каких-то от нас, нам это не надо. И предлагают нам какие-то там телевидения. Сразу ты уже на телевидении, короче, хочешь 40%? Рок-н-ролл это не работа. Это уже потом сталкивался. Ну, работа здесь, там, поработать. Можно сказать, что дома, да, когда я прихожу, да, по стенке прохожу, понимаешь, и падаю день, понимаешь, да? Все, вот это вот. Ну, мы начали, конечно же, это и сейчас занимаемся, это изучение, как бы, древнеязыческие культы, как бы, оттуда сказки. Что такое сказка, на самом деле? Сказка, допустим, про Морозко. Кто такой Мороз? Ведь никто не знает, что это, откуда Новый год, что Дедушка Мороз вообще-то это зло, был такой Морозко, злой бог. И что Снегурочка, это девушка, почему она синяя, которую он заморозил. Она мертвец, эта девушка с ним ходит. Она просто не может без дедушки ходить, она всегда за ним. Она даже не идет, а плывет за ним. Идет Мороз, а она за ним плывет. А Морозко идет и всех морозит, а люди радуются, русские. Если бы не музыка, вот чем бы вы сейчас хотели заниматься? Чем бы вы смогли сейчас? Ну, прямо сейчас, может быть, сексом. Блять. Мяу. Вчера получилось, что сказал слово «сука». Теперь переживаю по этому немного. Хотя зал очень понравился. Михаил Горшенёв, пройди на сцену. Пошла в пи***, блядь! Она просит не пройти на сцену. Сейчас я пройду на сцену, блин. Смотри, что ты делаешь. Прекрасные очки. Да не снимать не надо, не надо. А вообще-то надо, да, снять очки.
весь рок-н-ролл – это мой мир, в котором я живу, и в нем умру. Сдохну окончательно. Пух и все. Полиция выясняет обстоятельства смерти известного российского музыканта Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут». Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло, но в тишине ночной в подвале кто-то разгнул.